В РФ прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы. Взрыв произошел между 8 и 9 этажами многоэтажного дома в Ставрополе. По предварительным данным, могла взорваться граната. В российском Ставрополе произошел взрыв в подъезде многоэтажного дома, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом в понедельник, 7 мая, со ссылкой на руководителя пресс-службы Краевого управления МЧС РФ Олега Дегтярева сообщает РБК. Отмечено, что взрыв произошел между 8 и 9 этажами многоэтажного дома, расположенного на улице Шпаковская. На место выехали экстренные службы. По информации местных СМИ, рядом с местом взрыва находится школа 22, оттуда эвакуировали учеников. Также была эвакуирована школа 17. Как доложили в российском МЧС, пожарные отправились на вызов по этому адресу по сообщению о возгорании, однако пожара на месте не оказалось. По предварительным данным, в доме могла взорваться граната. Ранее сообщалось, что в Киеве на Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, в результате которого пострадал человек. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.